ответил. Один из КамАЗ лежит. Уже сегодня, на следующий день после окончания Кубка Первого канала, целых 7 матчей. Начнем с Хабаровске, где Амур принимает Барыс, и во Владивостоке, куда попадает Лунь, Югра, Китаем. Ну вот на марочке впендюрилась КамАЗ. В Новосибирске центральная игра дня — Авангард Йокерит в Омске. Наконец, Медвежчак против Трактора. В национальной хоккейной лиге сегодня играют крепкие команды, которые все еще вне зоны плей-офф. Каролина, Детройт, Филадельфия мчится на всех парах. Она ее перевернула, КамАЗ, блин. Торонто, Анахайм, Сент-Луис, Эдмонтон, Аризона, Калгари, остальные матчи. Знаешь, сколько машин стоит тут. Футбол сегодня не богат разнообразием, но крут принципиальностью. Все внимание. В лоб, он вышел. 12 лет. Реклама на радио «Спортэфэм». Года. Супер предложение. Ты вытаскиваешь, что ли, видишь? А? Дал тебе нос.